kind of missed the moment when you entered. We were just standing there talking. Разрешите представить вам членов жюри короткого метра. Хайди Цвикер, отборщик кинофестиваля Sundance. So please welcome the jury of the short film selection, Heidi Zwicker, programmer for the Sundance Film Festival. Ognjen Glavonic, режиссер, Сербия. Ognjen Glavonic, director, Serbia. И председатель жюри Алиса Хазанова, актриса, режиссер. And chairwoman of the jury, Алиса Хазанова, actress and director. Разрешите, тогда я начну, наверное, задам свой первый вопрос Хайди. Скажите, пожалуйста, почему так мало российских фильмов появляется в программе фестиваля Sundance? So my first question is to Heidi. Please tell us why so few Russian films appear at Sundance. I would say relatively few films from any individual country play at Sundance. We get 14,000 submissions, and of 9,000 short submissions, we play 70, half of which are US. And of 5,000 feature submissions, we play just over 100, more than half of which are US. So we don't play a great volume of films from any individual foreign country. But that said, you know, we are very open and interested in seeing films from every country. We do have international competitions for feature length films, and we have, you know, international prizes for our short section. And we are very dedicated to having those sections be as much of a representation of the work being done around the world as they can be in such a small number of films. And we can only find the right films from every country if they're submitted to us, which I know sounds crazy when I'm already getting 14,000 movies a year and I'm saying we need to see more. But we need to see more because we have to find the exact right films that I think, you know, feel right for our festival and the ones that we feel will be best served by our festival. Должна сказать, что относительно немного фильмов у нас из каждой страны показывается, потому что у нас на фестиваль приходит, например, 14 тысяч заявок по короткому метру, из них мы воспроизводим 70, половина из них американские. И по полнометражным фильмам у нас 5 тысяч заявок, из них мы показываем 100, половина из них, опять же, американские. Но я должна сказать, что мы всегда открыты для заявок из всех стран, и мы стараемся всегда сделать выборку наиболее репрезентативной для всех стран. У нас есть международные премии для короткого метра и для полного метра. Еще я бы хотела сказать, что мы бы хотели получать больше заявок от каждой страны, чтобы максимально широко все показывать. Понимаю, что это звучит безумно, потому что у нас и так 14 тысяч заявок, а я прошу еще. Но, тем не менее, мы бы хотели, конечно, обеспечить максимально широкое представление от каждой страны. Наверное, тогда спрошу, есть ли какие-нибудь еще вопросы? Может быть, any questions from the audience? Да, Маша. Мария Токмашева, сайт кинотеатр.ру. Ну, во-первых, хотела бы все-таки задать такой традиционный для вот этих открывающих пресс-конференций, пока еще никто не видел фильма, вопрос о том, что вы, как члены жюри, надеетесь увидеть в картинных участниках короткометражного конкурса Московского кинофестиваля. Это первый вопрос. А второй вопрос. Все-таки сложилось такое жюри, где представители разных кинематографических культур и даже, может быть, разных направлений, в том числе там Sundance, да, есть сербское кино, есть Алиса, которая представляет и российское, и теперь уже, как отчасти, мне кажется, американское кино, да, с учетом работы там. Вот что в целом вы хотели бы видеть в первых работах авторов и своих стран, и со всего мира? То есть есть ли какие-то маячки для короткометражного кино? Что это должно быть? Заявка для продюсера, это должно быть полноценное режиссерское художественное высказывание, либо, может быть, демонстрация начинающих, да, как правило, кинематографистов в их возможности работать в разных, максимально разных жанрах, которые сейчас приветствуются, наверное, по всему все-таки миру. Надеюсь, понятно, я как-то не сложила. Спасибо, сейчас узнаем, понятно ли. So first, a question that's rather traditional for opening press conferences. What you hope to see in this year's documentary film selection at the Moscow Film Festival? And that was the first question. And since we have now a jury comprising representatives of different cultures and schools, like Sundance Festival, Serbian cinema, Russian cinema, and are there any like specific things you're
looking for in films from your countries, like a young director's statement maybe, or an attempt to attract a producer's attention, or just an attempt to show versatility? What is it? For me, what I'm looking for, we still haven't seen, we just met, we still haven't seen any of the films, so we're about to see what you prepared for us. And for me, it's similar to what I want to show also with my films. That's what I like to see. It's something that tells me more about my own life or my own reality or the place in this world. More about the place of the author in this world, more about what occupies him and what are his passions. I don't care about the genres, I don't care about stories, I just care about the way he will tell these stories and what this way of telling the stories can tell me about my own work. So maybe I'm here to steal. Maybe I'm here to learn. Maybe I'm here to learn. Да, я могу добавить просто. Переводите, да, сначала. Что касается меня, мы еще не видели фильмов, ни одного, мы только собрались. Лично я здесь хочу увидеть, видимо, то же, что я и хотел бы показать. Что-то, что расскажет мне больше о жизни, о реальности, о месте автора в мире, о его ощущении. Мне не очень важен жанр, сама история даже. Мне скорее важен способ, которым ее рассказывают. Я собираюсь внимательно смотреть. Можно сказать, что я здесь для того, чтобы украсть, ну или чтобы учиться. Всегда просто важно, когда ты видишь, что человек снял то кино, которое он действительно хотел снять. Это обычно всегда чувствуется, потому что, как ни странно, если человек сразу думает о продюсерах или аудитории, то кино получается таким как бы никаким, потому что оно пытается одновременно на все стулья сесть. Вот. А когда человек рассказывает именно интересную ему историю через призму своего личного опыта, это всегда очень ценно. И ну, я, например, жду вот таких историй тоже от этого конкурса. Вообще он очень разный. И спасибо большое за то, что у нас такая разнообразная программа. То есть даже не видя ничего пока еще, но посмотрев просто на список фильмов, уже страшно интересно, и я просто жду встречи с этими, пусть короткими, но картинами. Да, мне кажется, что в отличие от многих, как раз Хайди, наверное, некоторые фильмы видела, потому что с учетом 14 тысяч заявок, которые поступают на Санденский фестиваль. Хотел спросить, задать вопрос Алисе. Короткий метр вообще такая вещь, которая, мне Андрей, кажется, что... подождите, пожалуйста, да. Перевести надо. So what I'm looking for in the film, I want to see that the author really did the film that he or she wanted to see, because when a film is an attempt to grab producer's attention or to satisfy the audience, usually it's a so-so film because it tries to sit on all chairs at once. But when it's a real story told through the prism of this specific author, well, this is what I'm looking for. And I'm very happy to see such a diverse selection of films this year. I can see it just looking at the list of films now. And Andre, I did that. Probably Heidi has seen some of the films, given the fact that she goes through 1,400 applications every year. Oh, sorry. Yes, I have. When I answer what I'm looking for, I mean, I'm not opposed in general to this idea of shorts being a calling card for filmmakers. I think they're very useful that way. I program both shorts and features, and I love shorts, but they also do help me scout for future feature talent. I think they're great. But in this role here on the jury, I'm really excited about the
the diversity of form that shorts filmmaking allows. I think, you know, with feature filmmaking, there's some general rules that most, but not all filmmakers kind of stick to. But with shorts, it's like, you know, I mean, it's everything from 30 seconds to 40 minutes can be a short. And it's so much in the hands of the filmmaker to find the right way to tell the story, or maybe story is even too limiting, to express the experience that they want to in their film. So what I'm looking for is the filmmaker that best finds the way to do that, you know, that finds the perfect 8-minute version of their film, or has the courage to see that they're doing something that maybe needs 25 minutes, even if that makes it a harder film to program. I really like the creativity and courage in embracing the shorts form in all shapes and sizes, and I really am open and excited to see all the films. Я на самом деле нисколько не возражаю против этой идеи использовать короткий метр как визитную карточку автора. Я думаю, что они в этом плане весьма полезны. Я и сама этим пользуюсь, когда ищу таланты для полного метра, для художественных фильмов. Мне в коротком метре очень нравится вот это разнообразие форм, разнообразие способов выражения. Все-таки в полном метре в художественных фильмах уже есть какая-то система, какая-то устоявшаяся структура. А короткий метр предлагает огромное количество вариантов, способов выразить переживания, выразить опыт. При этом хронометраж может быть очень разным, от 30 секунд до получаса. И мне интереснее всего увидеть вот этот способ, который автор нашел для выражения своей мысли. Мне нравится творчество, мне нравится смелость авторов, которые делают короткое кино. Именно этого я жду. Можно задать вам такой тогда любительский вопрос, которым обычно любят изводить людей, которые так или иначе связаны с кино? Можете вспомнить, назвать какой-нибудь любимый короткий короткометражный фильм, который вы видели в последнее время? Или вообще? So this is a question that people love to ask at such press conferences. Can you think of your favorite short film that you've seen recently? Several thousand. It's really hard, and is it like cheating if I name a film from Sundance? Like, I don't know, like, I feel like that's rude, but I would say that my favorite short film of this year, which is a film we played at Sundance, is a film called Sometimes I Think About Dying, which is a film from the US. That's a film I love very much. And if I'm going to talk about why for a moment, I am not a huge believer in saying that I love a short because I wish it was a feature. I feel like that's a limiting way to look at it. But in this particular case, I say it because I mean I so fell in love with these characters and wanted to know more of their experience of the world, even though I only was with them for 12 minutes, that I feel like that was actually something quite special. So for me, that's my most favorite recent short film. Вопрос, на самом деле, очень сложный. Я думал, что это будет обманом, если я назвала бы фильмы из Санденса, я их столько видел. Но в этом году у меня есть фаворит, мне действительно очень нравится фильм американский. Название переводится как «Иногда они думают о смерти». И я бы не хотел сказать, что если мне нравится короткий метр, я его обязательно хочу превратить в полуметражный фильм. Мне кажется, это такой ограничивающий способ говорить о фильме. Но в этот фильм я настолько влюбилась в ее героев и хотела бы видеть, как они растут и развиваются, потому что в фильме мы снимем всего 12 минут, что там я действительно хотела бы увидеть их развитие. Так что вот это мой любимый фильм в этом году. I was thinking today actually about one short film. I didn't see it that recently. It's a little older, but today director's fortnight from Cannes announced its program, and I remember this short film because the director of that short film is called Alice Furtado, mm-hmm. from Brazil. Has her first debut feature in the program, and I still remember her short film that I saw a few years ago. That's called When It Looks at You with Its Little Eyes. And I think that's a masterpiece, and it still stayed. So, yeah. Мой фильм, который я вспоминаю, он не недавно вышел некоторое время назад. Просто недавно было объявление, что работу режиссера отобрали на фестиваль в Каннах. Режиссера зовут Алис Фуртадо из Бразилии. И вот в этой связи я вспомнил ее фильм, который видел несколько лет назад, короткометражный, название переводится как «Когда оно смотрит на тебя маленькими глазами». Этот фильм я очень хорошо помню, это мой любимый фильм.
Я так понимаю, что все должны на этот вопрос ответить, правда? Тогда я пойду еще дальше назад, чем Огнен. И тоже у меня как-то так получилось, что вот задали вопрос, и первое, что мне пришло в голову, это фильм довольно старый уже, когда Николай Хомерики мне предложил первый раз сниматься у него в картине, он мне прислал какие-то свои работы, ну просто мы стали общаться, и он мне прислал одну из своих работ, которых он делал в «Ля Фемис» в школе, она называлась «Шторм». И это очень действительно короткий фильм, и там вообще ничего не происходит, там все молчат, но на рыбаках, которые вышли из шторма и потеряли там своего товарища. И вот то, как это сделано, то, как сделаны эти 10 минут, сразу давало представление о том, как человек видит вообще себя в кино, как он будет снимать дальше свои там большие разные фильмы. И это как раз то, к чему мы, ну, до этого все, то, что мы озвучивали, это как раз вот хороший пример того, чего ты ждешь в конкурсе от короткого метра. I think I'll go in further back than Ognen. The film is quite old, and when I first started working with Nikolai Homeriki on one of his films, he first sent me some of his short works. One of them was a film titled Storm. He did it in film school. It's a silent film. Basically, no one says anything. It's about fishermen who get out of a storm, having lost one of them in the storm. And the way it tells the story, it really allows one to understand how the director is going to work in his full-length films. And this is, I think, what we look in the short film selection at the festival. Just what you can expect from a director. Да, это хорошо, кстати, что вы вспомнили, потому что когда в Каннах сейчас в конкурсе объявили программу, и туда попал фильм, который называется «Отверженные», и 2 года назад короткометражный фильм с этим названием этого же режиссера, он был как раз в конкурсе короткого метра в Москве. Да, ура. Я думал, что только мы задаем вопрос, Паша. Да, простите, можно еще один вопрос. Сейчас все чаще обсуждается вопрос дистрибуции короткого метра. И в России, например, стали выпускать «Альманахи», собственно, с короткометражными фильмами. Вот хотелось бы, чтобы и зарубежные коллеги, и Алиса тоже сказали, как в целом они видят, в принципе, будущее короткометражного кино, которое пока, к сожалению, по всему миру, скорее, у него есть все-таки больше фестивальная, да, история, чем зрительская. Может быть, это тоже какие-то «Альманахи» для кинотеатрального проката. Может быть, вообще все когда-то уйдет в интернет, где уже сейчас есть успешные примеры показа короткометражного кино, собирающего миллионы просмотров. Спасибо. So, there's been more and more talking about distributions of short films. And in Russia, there have been appearing almanacs of short films. And how do you see the future of short films? Because now I think they are more about festivals than wide audiences. Do you think they will continue to be distributed like in almanacs, or will they go to the internet where there have been very successful cases of documentary films? Okay. Ну, смотрите, тут у меня, наверное, тоже такой локальный опыт, да, в этом я не могу сказать, что я могу предложить какие-то новые пути в киноиндустрии, но мне кажется, что это очень хорошая история, когда короткометражные фильмы собирают в альманахи и показывают на больших экранах, но, видимо, она все-таки не такая, как бы сказать, перспективная в плане того, что это будет делаться постоянно, это все-таки какие-то особенные события. С другой стороны, очень многие цифровые платформы, сейчас их в России становится больше, они очень ратуют за то, чтобы было много короткометражных фильмов. Они вообще стараются менять форматы и разбивать представления о форматах. И это касается, допустим, и сериалов, где раньше был определенный стандарт для каждого эпизода, для каждой серии. Сейчас это все меняется, и это очень здорово. Мне кажется, что не обязательно все время соблюдать определенный формат. Можно себе позволить ту форму высказывания, которая близка именно этому сценарию, этому проекту. И как раз мне кажется, что вот в этом
ну, есть как-то много надежды на будущее, потому что в этом много свободы выбора для зрителя тоже. То есть если зритель хочет смотреть короткометражные фильмы, у него, ему будет предоставлена такая возможность, и он может это делать в любом количестве, в котором ему, допустим, сегодня это хочется делать. Есть такая платформа Nonfiction, мне кажется, она хороший пример в данном случае того, куда это может развиваться. I think I'm going to speak from local experience. I'm not going to suggest any new ways, but I think it's a good almanacs are a good thing, but they are probably made for special events. I think digital platforms have a good future because they strongly support short films and they actually advocate this format, and we can see it especially, well, for example, in TV series. They used to have certain standards regarding episodes, but these standards are now like disrupted and experimenting with the format, and the way of delivery is good, I think. And I think it's good that we have lots of digital platforms now, because this is where the real freedom for viewers is, because they can choose what they want to watch and how much of that they want to have. For example, a good example is the nonfiction platform. And I can kind of address this from a very non-local point of view to counter that. I mean, I feel like there are more opportunities for short films to be seen than ever before. And certainly, like, online is a big part of that. I think what Vimeo has done and you know, Netflix now buying even a large number of short films offers opportunity for short filmmakers. But I also see an interest in short films sort of across the board. I know in the US, the last several years, they've started showing the Academy Award-nominated shorts as a program in theaters, and that has been something that's been gaining interest each and every year. I know that we at Sundance, for the last few years, have been putting together a shorts tour of selected films from our festival that plays in theaters around the country, and that is something that is gaining interest. And just like anecdotally, from our festival this year, we actually had two short films that were picked up by Fox Searchlight, which is, you know, a traditional theatrical distributor, which is pretty exciting. So I think, you know, it's impossible to predict where it's going. I feel like anything in this industry, it's impossible to predict with certainty where it's going. But I think right now, there are so many exciting opportunities for shorts filmmakers that it's a very cool time to be in shorts. Я, наверное, представлю как раз очень нелокальную точку зрения. Мне кажется, сейчас прекрасное время, лучшее время для короткого метра, чем когда-либо было. Платформы такие, как Vimeo, такие, как Netflix показывают. Они очень многое сделали для короткого метра. И в Соединенных Штатах сейчас есть программа, когда они из фильмов, отмеченных наградами киноакадемии, собирают целые программы для показа в кинотеатрах. И у нас в Sundance мы тоже делаем программы из фильмов, которые потом показываются в кинотеатрах. И сейчас в этом году случай был, когда два короткометражных фильма были куплены компанией Fox Searchlight, как раз очень традиционной дистрибьюторской компанией для кинотеатров. Я не берусь предсказывать, куда это дальше пойдет. Сейчас предсказать очень сложно, мне кажется, вот это самое классное, потому что сейчас очень хорошее время для короткого метра, возможностей огромное количество. Well, yeah, I agree with what you said, and as Heidi said, it's the best time ever for short films, I think, not only because you can, I mean, first we have to speak about what is can be classified with a short film. I really love, for example, even the short clips or videos, whatever you want to call them, which suddenly can be watched by tens of millions of people just being uploaded on one of the social networks or platforms. The same with films. I mean, the ways to get viral are different, but I think it's they're getting to more audience than some feature films. And I think the newer audience, the younger and younger audience, their attention span and the way they communicate with the world or the way they communicate with images and the rhythm of the images, the tempo is changing. And it's changing compared to my generation that is not that older. But when I started studying, we were all interested in feature films. The younger people that are studying today in Belgrade, they really love shorter forms, TV series, videos. So I think that the newer generations will be more and more interested in short films. And then it's on one hand, it's great that it can be made with less amount of money, less input from the corporations, producers, distributors.
even festivals, as you say, 9,000 films for one festival. Where does the ones that don't come in the 70 go? So for me it's really, I think it's a place of freedom, and that you wouldn't have to have a lot of money to make these films, and that the new generation will more and more be focused on this film. I don't know what it tells us about the theatrical. Heidi said about USA, you have these almanacs here. In Serbia, there's no way to see short films in cinemas except at festivals. And not only in Serbia, in ex-Yugoslavia, in the whole region. But then again, even the features that are not Hollywood are hard to see in cinemas. So it's a different, completely different system and industry. Я соглашусь с тем, что было сказано до меня. Действительно, сейчас лучшее время для короткого метра, как бы мы не классифицировали, кстати, короткий метр, потому что он может быть очень коротким. Клипы, музыкальные видео, все, что люди выкладывают сейчас в социальных сетях, когда короткометражный фильм выкладывается в сеть, его сразу видят 10 миллионов человек, и на раз больше, чем смотрят полнометражные фильмы. И шансов достать свою аудиторию коротких фильмов сейчас больше, чем когда-либо, особенно учитывая меняющиеся отношения, учитывая специфику вырастающего поколения. У молодых людей сейчас срок концентрации внимания еще сокращается, их темп и ритм, он совсем другой, чем даже у моего поколения. Они предпочитают все более короткие формы. Мне кажется, что расцвет короткого метра во многом из-за нового поколения. Они более заинтересованы в коротких формах. К тому же для производства короткометражных фильмов требуется меньше денег, меньше влияния, меньше ресурсов, меньше помощи от больших корпораций и так далее. Мы видим по количеству заявок, которые поступают на кинотеатры. Что касается местного опыта, в Сербии невозможно увидеть короткометражные фильмы в кинотеатрах, к сожалению, их показывают там. Маша, у тебя есть еще вопрос? Да, это в конце концов просто очень удобно, потому что тут мы здесь сидим полчаса. В принципе, за это время можно было посмотреть два фильма. Yeah, that's very convenient because we've spent half an hour here, and that would be enough to watch two films. Не буду больше тратить ваше время. По-моему, показ у нас в 6, да, первый? 6 часов. Желаю вам приятного просмотра и хорошо провести время. So we have a showing at 6 p.m., so we're not spending any more time here. Thank you very much. Thank you.